Так, сейчас у нас уже готовятся к спортсмены. По первой у нас Попов Роман, по второй Крыженецкая Татьяна, Мазепин Дмитрий по третьей, Быков Александр по четвертой. Очень сильные спортсмены уже выступают. Упаковывается у нас Дмитрий. Татьяна стартует. Плотненько все плывут. Да, достаточно энергично в этом заплыве такой мягкого стартового расслабленного старта мы не видим. Все так достаточно энергично сейчас проплывут. Посмотрим, за сколько первый полтинник. Попов Роман у нас из Тольятти. Опытный фридайвер. Ну, насколько я помню, кстати, у Романа добывали перевышение своих пределов, но не часто. Он... Это показатель опытности спортсмена. То есть, если спортсмен не превышал, он, значит, не имеет опыта. Ну, это такой опыт. Да. Грустный, конечно, стараюсь. Хорошо доходчивый, да? То есть, берет дорого, но объясняет доходчиво. Тут все точно развернутся на 100 метров. Кстати, посмотрим, интересно, насколько сохраняется техника после 100 метров уже, когда уже дискомфорт дыхательный начинается. Это тоже показывает класс спортсмена, насколько у него устойчивая техника. Вышел у нас Дмитрий. Проплыл, получается, 110 или 90? 90, да. То есть что-то не пошло. Не пошло. Смотрим дальше. Остальные спортсмены еще плывут. 125 уже все проходят. Татьяна немножко отстает. Ну, у нее более расслабленный стиль, она девушка, поэтому, конечно, это нормально. И Роман касается 150. Плывет уверенно. Мы смотрим, никто еще не ускоряется. Напряжение не видно. По первой дорожке у нас Роман. Быков Александр развернулся, тоже плывет. Практически рядом они плывут. Так, по первой дорожке выходит Попов Роман. Около 170 он вернул. И по четвертой Александр чисто тоже уверенно выходит. Около 175-180. И Татьяна вышла 160. Тоже уверенно. Тут все... А, по четвертой, наверное, баланс ловит. Может быть, небольшая самба даже была. Видно было пару таких... В целом протокол был выполнен, поэтому вот он нормально стоит. Губки немножко синие, но восстанавливает дыхание. Сейчас будет в порядке. Вот, кстати, на руки высоко выходить в этом плане немножко опасно, потому что можно пошатнуться. Надо... контролировать, очень хорошо свой баланс. Но для этого нужно выходить вовремя. Все, все белые.